открытом звании одновременно золотого, старшего золотого, сапфирового и бриллиантового мужа. Большая честь выступать на этой сцене, очень волнительно, в то же время очень приятно. Спасибо за предоставленную возможность Ольге Владимировне. Спасибо моей команде, которая сегодня пощекотала мне нервы. Оглядываюсь, смотрю на балкон, все стоят. Я спрашиваю, почему стоите? Почему стоите? Они говорят, ну вот так, не повезло, но спонсор пошел на разборке. Все нормально, все сидят. Спасибо большое за организацию мероприятия. Прошу прощения, если кого-то обидела. Ну, это мой актив, это мои люди, это мой бизнес, поэтому спасибо всем, конечно, что я здесь на этой сцене, благодаря ним. Немножко, конечно же, о себе. Мне 34 года, я мамочка двух замечательных детей, любящая жена. В компанию «Oriflame» я пришла сама, меня никто не звал. Наверное, многих приглашают на презентации, на встречи, но я сама нашла себе спонсоров, своих любимых «Родиончиков». Нашла их в «Одноклассниках», сама упросила их зарегистрировать. Они уже практически уплывали на лайнере, будучи золотыми директорами. Это был 2014 год, 6 сентября 2014 года я пришла. Зарегистрировали и уплыли на 10 дней в круиз. Говорят, сейчас добавит тебе Елена в чаты, представит команде, ну и, собственно, начнешь развиваться, начнешь изучать информацию без нас. День Елена не добавляет, два не добавляет, три не добавляет. Но коуч-сайт мне Лена дала. Нашла я сама Лену. Говорю, Лена, меня тут зарегистрировала Лена Родионова, сказала, что ты меня везде добавишь, везде представишь. В общем, добавили, ребята приехали, я уже была на 6%, 26 регистраций, наверное, за неделю сотрудничества с компанией. Первый раз 6%, второй практически там 12, 15, 18 и 22% ровно за полгода открыла звание директора в компании «Oriflame». Знала, что почему пришла именно к «Родиончикам», потому что увидела их рост, пришла на лидеров. И хочу, конечно же, пожелать каждому из вас развивать в себе лидера, чтобы на вас приходили люди. Будьте заметны, будьте открыты, приглашайте людей в бизнес, не бойтесь приглашать теплый рынок, я росла именно по теплому рынку. И начала сразу развивать личный бренд, потому что я увидела в этом большой толк, потому что сама лично на него пришла. То есть мне было важно, я не знала про мета-дубликации, мне надо было быстро, эффектно, так же, как ребята, и рост был, собственно, аналогичный. Сейчас даже я знаю, что я маленечко... Да, опережаю своих спонсоров. Когда меня поздравляли, будучи в Кроку Сити в Москве, Ваня говорит в конце, обгони своих спонсоров. Ну и, собственно, я услышала этот момент, и сейчас вот обгоняю. На сегодняшний день у меня 10 растущих команд, 6 из них на 22%. Скоро я планирую открыть звание следующее. И вообще цели большие. Почему, скажу, пришла и что меня здесь зажгло? На самом деле я очень мечтала путешествовать, потому что для меня это было всегда мечтой. Я сотрудник банковской сферы, 10 лет я отработала в банках, последние 2 года я трудилась в Газпромбанке. Хорошей должности, с неплохим доходом в среднем для Алтайского края. Но у меня всегда была мечта путешествовать, для меня это оставалось мечтой. Несколько раз я была за границей. Ну и, собственно, там не тогда, когда мне хочется, а когда хочется и удобно, наверное, работодателю. И когда я пришла, в сентябре стартовал промоушен на Египет. Он настолько меня замотивировал, что это для меня было целью, и я знала, что я туда поеду. И когда нужно было выйти на уровень 15%, я вышла на 22%. Вместо 30 квалифицированных рекрутов у меня было на команду 100 квалифицированных рекрутов. То есть это тоже такой командный большой результат. Конечно же, поездка это очень смотивировала меня на дальнейшее путешествие. Когда я приехала, я поняла, что нужно ставить следующую цель. Я поставила следующую цель, и это получается Сочи. Только в Сочи мы уже едем не... Я еду не одна, а у меня уже по первой волне прошло 11 партнеров. Я знаю, что за вторую волну мы увеличим эти результаты. Даже не удвоим, я
уверена, что мы утроим, поедем уже огромной командой. Дальше, конечно же, это лайнер. И когда я поняла, что лайнер это для меня уже реальность, потому что квалификацию на золотую конференцию я уже прошла по квалификации, причем не одна, у меня квалифицируются также партнеры, которые сейчас многие, я знаю, что развивают и 2, 3, 4 одновременно команды, то есть мы поедем уже на лайнере вместе. Конечно же, это США, Майами. Следующая мотивация, которая меня также вот взбудоражила, и надо было вот к 5-му каталогу открыть квалификацию, я открыла вот в 3-м каталоге. Ровно год спустя я открыла год назад звание директора. И ровно через год я открыла звание бриллиантового директора. Поэтому, как бы назвать, хочу понимать, конечно, поставить инвестиционные цели, всегда мечтать. Мечты, цели. Цели переводим в ежедневное планирование и ежедневные действия. Если каждый день вы будете действовать, результаты не заставят вас долго ждать. И моей большой мечтой является путешествовать со своими детками. Я очень хочу показать своим деткам мир, я хочу показать им возможности, страны. Я знаю, что это возможность исполнительной квалификации по маркетинг-плану компании. И я поставила, конечно же, себе такую амбициозную цель до конца года вырастить 12 лидеров, 12 директоров, 12 драгоценных директоров, потому что всем своим партнерам я желаю ставить планку не меньше золота для начала, потому что мы идем на двух ногах, да, на двух структурах, идем на двух командах, на двух, с двумя лидерами идем до золота. А вообще, конечно же, я мечтаю, чтобы у меня было 100 директоров, 100 лидеров, 100 бриллиантовых драгоценных партнеров. И я очень горжусь своей командой на это день рождения. Они мне подарили такой шикарный подарок, я думаю, что, ну, может быть, кто-то уже видел фотографии в социальных сетях. Они мне подарили огромный баннер около дома. Они меня там вызвали из квартиры, договорились там с моими родственниками. Огромная команда меня поздравляли с букетом шикарных роз, огромный торт. И я, это признание, которое сейчас есть в моей жизни. Я хочу, чтобы каждый новичок, кто сейчас сомневается в себе, поверил в свои силы, поверил компании. Это могут быть материальные какие-то там, я не знаю, мечты, которые вас должны вдохновлять. Самое главное, они должны вас вдохновлять. Потому что если у вас есть реальная мечта, если есть цель, вы будете не досыпать, вы будете просыпаться раньше. Как говорит Аня Шапира, отодвините все вокруг себя, вы будете реально видеть только цель, и вы до нее дойдете. Не будете видеть трудности, сложности, которые будут у каждого из вас встречаться. Но только если вы видите реальную цель, вы не видите препятствий. Самое главное – двигаться всегда вперед, несмотря ни на что. Несмотря ни на отказы со стороны знакомых, близких, друзей, они всегда будут. Но вы должны верить в себя прежде всего. Чтобы стать лидером для других, нужно стать лидером для себя. Поверьте в себя, поверьте в свою компанию, в свой продукт, в свой бизнес, и у каждого из вас все получится. Если раньше для меня было путешествие, это такая мотивация, я всегда мечтала, такой, я человек легкий на подъем, то сейчас я, наверное, думаю, надо как-то, наверное, фокус менять. Сейчас я поставила себе семейный дом, семейное гнездо. Меня это очень мотивирует, потому что путешествие, наверное, это сейчас будет часть моей жизни. 30 апреля я лечу в Киев на семинар, меня пригласили спикером сразу с Киева, я лечу в Петербург на конгресс. По прилету в Барнаул, буквально через 5 дней, я лечу в Анапу. Также меня пригласили спикером, буду рассказывать про свою систему работы, про то, как работать со своими новичками. Наверное, даже не как рекрутировать, а больше, наверное, по запуску, по организации бизнеса, сопровождению, мотивации своей команды. И, конечно, дальше только больше. Дальше это Сочи, это Кипр, это... Мы планируем на Новый год с нашими партнерами поехать на... Пхукет с нашими семьями, с нашими партнерами. Ребят, путешествие, я уверена, что это часть моей жизни. Я хочу, чтобы у вас на сегодняшний день была своя мечта, которая вас поведет и которая вас будет ежедневно двигать на новые свершения, на новые действия. Спасибо.
что зал в таком же состоянии находится. И ты знаешь, я тебе хочу пожелать одну вещь. Обгони, пожалуйста, всех своих спонсоров. Довольны при одной мысли, что ты их всех обгонишь. Классный бизнес. Потрясающий бизнес. Понимаете? И все твои спонсоры никогда не будут переживать по этому поводу. Они будут тобой гордиться. Понимаешь, ты сейчас уже ездишь по разным городам. Тебя приглашают поделиться своим опытом работы. Старшего директора, правильно я сказала? Старший директор ездит по всем городам и весям. Его везде приглашают для того, чтобы узнать, выпытать все твои секреты. А секретов здесь и нет. Здесь нужно просто, как сказать, быть таким человеком. Не имеет значения, какая у вас профессия. Не имеет значения, какой у вас опыт, не имеет значения ваше семейное положение, мужчина вы или женщина, ничего не имеет значения. Имеет значение только то, что внутри вас находится. И вас никто не сможет замотивировать извне. Мотивация сидит только внутри человека. И когда люди говорят, ну там, замотивируй меня, ну подтолкни меня, ну сделай хоть что-нибудь, чтобы я развивался. Это все ерунда. Никогда внешняя мотивация не влияет на того, кто ничего не хочет. Внешняя мотивация влияет только на того человека, у которого это уже есть внутри. Потрясающий стержень, потрясающая работоспособность, потрясающие возможности и впереди открыт целый мир. Обгони скорее! Нам всем это выгодно! Вера Городовская, концертные вариации на тему русской народной песни «Калинка» исполняет Андрей Гуревич у рояля Нелли Щербина. Андрей Гуревич, выпускник Новосибирской государственной консерватории, ведущий солист Академического русского народного оркестра Новосибирской филармонии, солист инструментального ансамбля «Сюрприз», преподаватель средней специальной музыкальной школы, народный артист России.